Добрий день, шановні присутні! Ми раді вас вітати на чудовій грі «Інтелектуальне асорті» на Миколаївському обласному телебаченні. Сьогодні ми зустрілися у другому півфіналі обласного онлайн-турніру «Що, де, коли», що проходив протягом лютого-квітня місяця і був оголошений Департаментом освіти, науки та молоді облдержадміністрації. Уже 3 роки поспіль проходить такий онлайн-турнір спочатку по районам та містам, а потім ви зустрічаєтесь у півфіналах та фіналі на Миколаївському обласному телебаченні. І сьогодні я рада вітати учасників сьогоднішньої гри. Дякую вам, ви чудові, ви вже переможці, ви найкращі. Бажаю вам успіху і перемоги у сьогоднішньому півфіналі. Дозвольте представити вам нашу постійну ведучу і онлайн-ігор, і гри «Інтелектуальне асорті», керівника клубу інтелектуальних ігор Університету Україна Макаронову Тетяну Олександрівну. Здравствуйте, дорогие телезрители! Я с удовольствием представляю вам наше сегодняшнее жюри. Это проректор Университета Украины Миряха Галина Ивановна, игрок команды ВКонтакте, чемпион Николаевской области по играм «Что, где, когда», «Брейнрингу», «Эрудит квартету», «Своей игре» Караулов Максим Владимирович. Музыкальный руководитель детского дошкольного учреждения номер 93 «Юбилейный», ведущая солистка народной вокальной и музыкальной студии городского дома учителя, победитель украинских музыкальных конкурсов и фестивалей Ковалева Наталья Викторовна. И председатель нашего жюри, главный специалист Департамента образования, науки и молодежи облгосадминистрации Дебеденко Татьяна Анатольевна. Дорогие друзья, сегодняшняя наша игра состоялась при поддержке депутата Бориса Козыря и огромной поддержке Приватбанка Юниора. И сейчас мы поздравим, у нас в одной из команд, в команде города Южноукраинска, есть именинница Анастасия Сокол. Мы ее приглашаем сюда. Дорогая Анастасия, Приватбанк желает тебе счастливой и сладкой жизни. Спасибо. И вот дает тебе такую сумку, чтобы тебе летом было с чем ходить на пляж. Всего тебе наилучшего, успехов в игре. Во втором полуфинале у нас встретились такие команды. Команда, которая представляет Веселинова. Команда, которая представляет город Первомайск. Команда, которая представляет Южноукраинск. И команда, которая представляет Очаковский район. Вот, ну, хочу отметить, что Первомайск и Южноукраинск – это дебютанты. Вот за 3 года проводимых турниров нами, это первый раз, когда команды попали в восьмерку. Я поздравляю эти 2 города с очень хорошей подготовкой. Ну и всем командам желаю удачи, творчества и вдохновения. Наш первый конкурс – это разминка. «Смерть от ферзя» называется… Мат. Мат. Игра с дротиками. Дартс. Да. Предмет беседы. Диалог. Тема. Тема. Главный рынок Одессы. Привоз. Кухонный прусак. Прусак. Тараканы. Таракан. Тыл топора. С обратной стороны обух. 60 минут. Час. Слово, придуманное Чапиком. Это робот. Лестница, по которой поднимаются в самолет.
Это троп. Цветок гадалка. Ромашка. Большое спасибо. Ребро стакана. Молодец. Былина про викингов. Легенда. Скандинавская, как называется? Сага. Гулянка на природе. Пикник. Подведенный результат. Итог. Молодец. Воинственная красная планета. Марс. Да. Небесное коромысло. Да. Шествие манекенщиц. Как это называется, их проход? Дефиле. Дефиле. Молодец. Между двумя куплетами несколько раз повторяется припев. Босс Мальвины, страшный такой бородатый. Карабас. Время зимних гаданий. Вечерные тебя, Андрей. Нет, мои милые. Праздничные, 12 праздничных дней зимой называется. Между Рождеством и Крещением. Называется святки. Вояж по кругу. Как называется? Называется круиз. Розыгрыш в лотерее. Ну, это тираж. Киногерой из джунглей. Маугли. Тарзан, правильно. Отнимающий знак. Минус. Спутница широты. Длина. Широта и... Долгота. И долгота, не спешите. След от зажившей раны. Шрам. Да, тюрьма-музей в Лондоне. Тауэр, правильно. Веревочка для прыгания. Скакалка. Ветка хвои. Это лапа. Да. Философ Жан-Жак Руссо. Отлично. Спасибо команде. Арктическое судно. Нет. Подводная лодка. Дорогие друзья, я сейчас буду указывать. Это ледокол. Чувство меры в поведении. Мера понятия. Это такт. Тугая повязка, вот когда делают внутривенное вливание, одевают вам что? Жгут. Жгут, правильно. Набросок к картине. Эскиз. Молодцы. Древний скандинавский бард. Проходим в школе по истории. Проходим, проходим. Скальд. Стих в 14 строк называется... Шекспир любил писать. Венок, чего? Проза. 14 строк. Это сонет. Место ссылки Лермонтова. Горы какие? Куда его сослали? Алтай. Это Кавказ. Каникулы для взрослых называются? Отдых. Отпуск. Жилище Чукчи. Нет. Пещера. Пещера, пожалуйста. Называется Яранга. Граница огородов. Ну, разделение земель по-другому называется как? Межа. Правильно, межа. Молодец. Размежевание. Спасибо. Слово нашему жюри. Ну что ж, команды, вот мы и размялись. И за первый конкурс такие результаты. Команда Манифик 8 баллов.
Команда «Новая генерация», город Первомайск. 9 баллов. Команда «Калиновина-Мистинки», город Южноукраїнськ. 7 баллов. И команда «Черноморские эрудиты», село Черноморка, Очаковский район. 4 балла. А сейчас у нас конкурс «Перевертыши». Значит, известные пословицы. Все слова я заменила на противоположные или поближе по значению. Вы должны восстановить. Понятно? Да. Ты тут в середине, все знаешь. Моя хата с краю, ничего не знаю. Умница. Ты и дом твой. Я и хата моя. Молодец. Человек с врагом, как пища с сахаром. Человек без врагом. Без кого? Без врага. Ну, враг на антоним меняем. Без друга, как пища. Як соль. Їжа без солі. Соль. Ну, с врагом, как с сахаром, а без друга, как без... Без воды. Ну, как без сахара. Труса села отдает. Здобуває села. Міс відважна. Трусость села отдает. Трусость на антонім міняємо. Відвага. Місто здобуває. Да, города берут. І останній вопрос. Коней опасаться в поле не бывать. Не боять. Молодец. Спасибо команде большое. Грушка к грушке близко подкотится. Яблоко недалеко падает. Ненавидь как тело, сотрясай как яблоко. Люблю их душу, сотрясай. Молодец. Как богатому разводиться, так и день длинен. Так бедному. Женитишься, день короткий. И что коротко? День поменять. Ночь. И ночь коротко. Не спеши, делай красиво. Не было бы несчастья, да счастье помешало. Было бы счастье, так несчастье допомогло. Да, не было бы счастья, несчастье помогло. Уши из Львова выведут. Язык до Києва доведе. Молодцы. Народ промолчит, как развяжет. Скажи, как завяжет. Как завяжет, правильно. Хоть новенькая, да грязненькая. Да. Луж уши гладит. Правда, в ухо режет. Правда. Так. Неохота лучше воли. Охота. Хуже. Хуже неволи. Как дождь под ноги. На голову. Молодцы, спасибо, команда. Промолчал, как склеил. Сказал, как отрезал. Как умный с печатной сумкой. Как глупый. Ты носишься, как навяженный. Глупый. Мешок. Как дурень с писаной турбой. Вылез из бедности, вспомнил и сестринство. Без богатства забыл. И? Да, забыл и братство, молодцы. Индюк корове друг. Петух. Петух. Нет, не индюк. Собака друг человека. Нет. Индюк корове друг. Что гусь? Гусь. Дальше. Гусь, враг. Кусок человека. Гусь свинье не товарищ. Сытый не ест и горячее. Голодный ест и холодный. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, перевернулись мы с вами в обратную сторону. Кто удачно приземлился, кто не совсем. И вот какие результаты. Команда «Манифик» Веселинова – 8 баллов. Команда «Новая генерация» Первомайск перевернулась на 10 баллов. «Калиновые бусинки» команда «Южноукраинск» – 10 баллов. И команда «Черноморские эрудиты» – 6 баллов.
А мы с вами переходим к самому веселому конкурсу. Это у нас конкурс анекдотов. Вставьте пропущенное слово в анекдот. Опять не повезло. Вас преследуют неудачи, накладные съемные локти, пропуск на здоровье. Что с ними делать? Накладные съемные локти? Да. Кусать. Кусать. Кусайте на здоровье, правильно? Закончите анекдот. Если вам плохо, крепко обнимите кота. Вот и все. Теперь плохо не только вам, но и коту. Закончите анекдот. От скуки британские ученые нашли лекарство от скуки. Молодцы, девчонки. Закончите анекдот. Тетрис научил меня, что ошибки накапливаются, а успехи? Да, зникают, исчезают. Спасибо. Дуже гарно, коли люди вміють жартувати, бо сміх продовжує життя. Пошуткували і ви сьогодні на нашій телегрі. Пошуткували дуже гарно, тому що всі чотири команди отримали однакову кількість балів. І бали ці дорівнюються трьом. Молодці, жартуйте далі. З посмішкою на обличчі. І ми можемо підвести перший підсумок за три конкурси. Команда «Маніфік» Веселинівської гімназії має 19 балів. Команда «Нова генерація» з міста Первомайська – 22 бали. Команда «Калинові намистинки» Южноукраїнськ – 20 балів. Та команда «Чорноморські ерудити» Очаківський район – 13 балів. Може є у світі кращий.
свою країну, я люблю її людей. Будьте красиві, будьте здорові, білі русяні, чорноброві. Будьте веселі, будьте багаті, в кожній оселі, в кожній хаті. Будьте красиві, будьте здорові, білі русяні, чорноброві. Будьте веселі, будьте багаті, в кожній оселі, в кожній хаті. А сейчас у нас один из самых серьезных конкурсов. Это конкурс вопросов «Что никогда». В каком случае женщине в Украине запрещалось смотреть на змей, употреблять спиртное, встречаться со слепыми и больными? Коловагитно. Спасибо, команде. Говорят, что в этот день недели никакого дела не начинай и в дорогу не выезжай. Приведите наиболее известное высказывание об этом дне. Это понедельник, да? Понедельник, день тяжелый. Да, понедельник, день тяжелый. Спасибо, команда. Ну, специально для вас. Он не должен быть сшит из двух частей, иметь обрезные края. Работать над ним можно только в хорошем настроении, время от времени читая молитвы. Назовите его двумя словами. Какой? Вышитый рушник. Конкретный какой? Свадебный. Свадебный рушник. Спасибо. Тоже достался такой близкий вопрос. Их использовали как лекарство от некоторых болезней, как обереги от злого глаза. С ними устраивали игры не в бытки, на вкатки. О чем идет речь? Вы совсем недавно это все изготавливали. Пару недель назад. Паски. Какие? Крашеные яйца. Да. Спасибо большое. Слово жюри. Ну что ж, вы показали чудові результати. Конкурс один із не самих легких, але всі команди відповіли правильно і всі команди отримали по 3 бали. Вітаю. Ваши вопросы. Вставьте пропущенное слово в анекдот. Преподаватель пропуск, название предмета пропущено, пришел к врачу. Что у вас болит, спрашивает тот. Нога. А где? На северо-восток от пятки. География. География, молодец. Закончите мысль Эйнштейна. Единственный разумный способ обучать людей – это подавать им пример. Молодцы. Закончите отрывок из четверостишия Эдуарда Севруса. Я к оптимизму наконец пришел. Не жалуюсь на свой удел, не ною. Уверен я, все будет хорошо. Хотя не скоро, да и не со. Отлично, молодцы, спасибо. Первомайск. Закончите мысль Буаста. Каждый сетует на свою участь, а не на... На кого мы редко сетуем? Ну, виноваты все, кроме меня. Да, на себя. На себя. Закончите отрывок из стихотворения Бунина. О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно вот этот сад осенний за сараем. И чистый воздух, льющийся в окно. Закончен. Ставьте пропущенное слово в анекдот. Никогда не переходите улицу на пропуск свет. На красный. Спасибо. На какой свет нам не надо торопиться? Желтый. Это анекдот. На какой свет не надо? Лучше тут еще пока побудем. На тот свет. Спасибо большое команде. Теперь езжу на Украину. Закончите анекдот. При дрессировке кошки главное сделать вид, что вы отдали именно ту команду, которую она хочет. Знает. Может. Но вы отдали ту команду, которую исполняю. Ну да, выполнил.
ту команду, которую она выполнила. Закончите мысль Катона Старшего. Мудрец большему научится от безумца, чем безумец от... Мудреца. Закончите отрывок из творчества Мирза Шафи. Кто счастье пить по капле рад, тот счастьем длительно богат. Кто обжирался им сверхсыто, кто брал от жизни все, что мог, тот у разбитого корыта стоит угрюм и... Одинок. Одинок. Молодцы, спасибо большое. Закончите анекдот. Или я, или пиво, говорит жена мужу. А сколько? Пиво. Да, сколько пива? Закончите мысль Катона. Тот учитель хорош, чьи слова не расходятся с делом. Закончите отрывок из творчества Хуареги. Мы смертными являемся на свет. У смерти от рождения мы во власти, но ты живи так, словно смерти нет, и ты узнаешь, что такое счастье. Спасибо большое команде. Для того, чтобы осуществить наполеоновские планы, нужен прочный тыл. И команды сегодня показали, что тыл у них действительно прочный, и они, любая команда может им гордиться. Команда «Манифик», команда «Новая генерация», команда «Калинова на Мистинки», команда «Черноморские эрудиты» по 9 баллов. А сейчас, ребята, у нас самая печальная часть сегодняшней игры. Это конкурс, посвященный памяти замечательного человека, члена жюри многолетнего, блестящего игрока, многолетнего чемпиона в разных номинациях Евгении Олеговны Ларионовой. У вас на столах лежат два листика. Один маленький, второй совсем маленький. Значит, на том, который совсем маленький, вы ставите цифру от 1 до 4, какую хотите. Это та ставка, которую вы делаете на вопрос. Вы либо приобретаете это количество баллов, либо теряете. Быстренько принимаем решение, собираю ваши карточки, потом читаю всем вопрос одновременно, и у вас будет у всех минута на обсуждение. Готово, да? И четвертая команда. А сейчас, внимание, вопрос. Обменяться ими знак примирения, ударить ею об землю признак вызова, готовность к противопостоянию. Что происходит с теми из них, которые принадлежат нечестным людям? Время. Десять секунд. Время. Так, ребята, сдаем ответ. Поднимаем руку с карточкой. Есть один правильный ответ. Первомайск. Я хочу сказать, что я поздравляю команду Первомайска с единственным правильным ответом. Речь идет о шапках. Речь идет о шапках, а на варе шапка горит. Правильный ответ горят. Молодцы, ребята. И слово жюри. Молодцы.
Підведено підсумки, мабуть, самого серйозного, відповідального конкурсу, традиційного, конкурсу пам'яті. І ми отримали такі результати. Позитивний результат, вірніше, команда «Маніфік» – мінус 2 бали. Команда «Нова генерація» – Первомайськ – плюс 2. Плюс 2. Команда «Калинові намистинки» – мінус 3 бали. І команда «Чорноморські ерудити» – мінус 1 бал. Очень внимательно меня слушаем, не торопимся, думаем. Каких детей в Украине называют коплак, бескаравайник и так далее? Детей. Думайте. Кто будет отца? Кто без отца вообще на типа? Без каравана. Без каравана. Без каравана. Потому что одно это очень каравай. Ты учишься. Без отца. Без отца. Без отца. Лен, тата. Да. Который тата. Давай. Дочь. Без отца. Без отца. И детей, никаких нам батька. Я жду окончательного ответа команды. Время, команда, ответ, пожалуйста. Давайте. Дитина, у якої немає батька. Уважаемая жюри, пожалуйста. Правильный ответ – внебрачных. Засчитываете ли вы ответ? Ну, почти то же самое. Почти то же самое. Это разные вещи. Ну, это разные вещи, да. Может быть, брачные, просто на отец, что нет. Нет, погибнет на войне, что? Ну, вы принимаете решение. Все понятно, дальше играем. Дальше Веселинова играет. То есть вы принимаете ответ «нет», да? Значит, ответ не засчитывается, это неправильный ответ, потому что, ну, отец может умереть. Погибнуть, умереть, а тут отца вообще нет, потому что он не признал своего ребенка. Согласна. Украинской пословице «дом с ними базар, а без них кладбище». С чем сравнивает их известное высказывание? Время пошло. Діти, квіти, життя. Это правильно. Святые Петр и Павел погибли в один день. Почему святого Павла не распяли, как святого Петра, а обезглавили мечом? Игорчик Петра, Игорчик Петра, Игорчик. А Павла просто повешали, но его распяли на христиковых ногах. Я знаю, что, знаю, что. Ну, расскажи тоже. Вот цей второй, что у нас был на листе людей, как Иисус, тільки. Да, а то Геолова не знаю, так что он это стоит. Може, зажил. Какой же Геолова? Десять секунд. Ми вважаємо, що він вважав, що він був недостойний розп'ятий бути на хресті, як Ісус. Ну, він був римським гражданином, поэтому йому полагалась менее мучительная казнь, чем распятие на хресті. Ответ неправильный. И остался у нас только команда Первомайска, да? Они могут брать, могут не брать. Да, вы решаете, вы можете сыграть, можете отказаться. У них 36, они тогда выходят в финал по-любому. Да, то есть они могут отказаться, можете не играть.
Так, ви не берете, спасибо команді. І слово нашому журі. Це беріться, беріть. Ще не третя ігра. В народі кажуть, хто не рискує, той не п'є шампанського. Ну, я вважаю, що головне ризикнути вдало, так, діти? І, на жаль, сьогодні наші команди не всі вдало ризикнули. Тобто не всім командам принес сектор ризику по 7 балів. Перша команда «Маніфік» плюс 7 балів отрималися. Друга команда «Нова генерація», на жаль, не отримали свої сім. Ні, вони просто не зіграли, вони перевертили, але вони вийшли. А, так, да, вони вийшли. Калинові намистинки не отримали, да, свої 7 балів. І четверта, чорноморські ерудити, також не отримали 7 балів. Дуже прикро. Але це гра. І зараз ми оголошуємо підсумок нашої гри. Команда номер 1, Веселинівська гімназія «Маніфік» – 36 балів. Команда номер 2, Первомайська гімназія «Нова генерація» – 36 балів. Команда номер 3, Южноукраїнськ, «Калинові намистинки» – 22 бали. Команда «Чорноморські ерудити», Очаківський район – 17 балів. І я вітаю від імені всього журі, вітаю команди, які виходять у нас у фінал. Це команда «Маніфік» та команда «Нова генерація». Зустрінемось з вами в фіналі. Ну, а зараз приємна така хвилина нагородження. Дорогі друзі, ну, спонсором и партнером наших игр является Приватбанк, поэтому сейчас команды, которые не вошли в финал, получат свои призы от Приватбанка. Пожалуйста, капитаны, подойдите. За участь у другому півфіналі обласного онлайн-турніру інтелектуальних ігор подяку отримує команда Чорноморської ЗОШ Очаківського району «Чорноморські ерудити». Подяка Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації. Подяку Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації отримує команда Южноукраїнської ЗОШ номер 3 «Калинові намистинки» та подарунки від Приватбанку. А також подяки за участь у півфіналі, у другому півфіналі, і за те, що вони розділили перше місце, навіть першого, другого місця немає, тому що по 36 балів отримали. Команда Первомайської гімназії «Нова генерація» отримає подяку Департаменту освіти. Молодець. Зустрінемось в фіналі. І подяку Департаменту отримає команда Веселинівської гімназії «Маніфік». Будь ласка, капітан.